Камера мотор. Украинцы. Чтобы настроиться на новогодние праздники, предлагаем провести мощный эксперимент. 28 и 29 ноября собираем Дедов Морозов. Дед Мороз же ведет праздник, а Снегурочке нужно просто сидеть и улыбаться. Добавляем лучших артистов. Кики матюки в вид народной артистки не чув николи. И самое главное. Главное, сколько мы соберем лайков. Да нет же! Главное, успеть купить билеты на дизель-шоу для всей семьи. Ну что ж, друзья, у нас все готово для того, чтобы начать новогоднее дизель-шоу. Первыми встречаем Новый год 28 и 29 ноября во Дворце Украина. Счастья! Здоровья! Так, мужчина! А нефиг было їсти в п'ятихатках пиріжки! Після санітарної зони відкрию. Там туалеті, там... Та що там? То не поламано, то так задумано, що в дюрку рельси видно. Давай білет. Окей. Угу. А, ну ось твоя полка. Я должен залазити наверх? Слухай, де ви такі беретеся? Ну, захочеш спати, залізеш. А ні, так сідай внизу і все. Чай, каву будеш? А де у вас кофе-автомат? Перед тобою. Купюроприйомник показати? Так що ти будеш? Можна мені капучино? Конечно, можно. От приїдеш в Київ, зайдеш на другий поверх вокзалу і там візьмеш, ясно? Тогда, пожалуйста, кофе натуральний. Одну секундочку. Натурал. Здрасте. Здрасте. Скажите, это вагон первый класс? А, второй класс. Нулевой. Паркинг. Underground. Вот, а под ним the плацкарт. Плацкарт. Ти що, перший раз? Путешествуєш в українському поїзді? Yes. О, тоді тебе чекають незабуваємі впечатлення. Считай, що з'їздив в Диснейленд. Тримай лайфхак, як то у вас там кажуть. Куди лягати будеш ногами отсюда, а головою туди, тому що простудишся. Но проводниця сказала, що окно не відкривається. Це магія Укрзалізниці. Вікно забито, але сіпе так, що може винести тебе звідси. Скажіть, я не розумію, зачем нужны верхние полки? Розумієш, The Plotskart – це таке опасне місто, що тут завжди повинні їхати два понятих. А як ти попав в Plotskart? Срочная поездка. Не было билетов ни в кассе, ни в интернете. Так, ну, надо было у барыг взять. Чи до провідниці попроситися? Что значит попроситься? Ну, дати ей грошей, чтобы поехать в ее купе. Но это же коррупция. Ну, купив так купив. Обустраивайся. Что случилось? У нас кто-то врезался, нужно эвакуироваться, что ли? Це ми тронулись. Ти звикай. Потому що за ночь ми ще будемо раз 5 врізатися. Щось потеряв? Мені нужно зарядити телефон. Где я могу это сделать? А ти куди їдеш? В Київ. Ось в Києві зарядиш. Но я видел в коридоре, там есть розетки, там написано только для электробритв.
Да. Укрзалізниця думає, що ми ходимо всі з електробритвами. Розговорюємо по ним. СМС-ки відправляємо. За булітку йди, кусара. У тебе який телефон? iPhone. Я б тобі не советував в ту розетку вставляти айфон. Бо з нього Huawei получиться. Понятно. А какой тут пароль на Wi-Fi? Пароль на Wi-Fi? Диктую. X, Y и перевернутая Z. Сверху смайлик. Какой странный пароль. Який інтернет, такий пароль. А извините, это что? Это роутер? No router in плацкарт. No. Це радіоточка. О, радіо. А як воно включається? Не трогай! Потому что как включить, понятно, а как выключить, хрен его знает. Здрасте. Забор покрасил. Hello. Я вижу, вы не местный. А... Не хотели бы со мной поменяться? Вон у меня вот там вот нижняя полочка есть. О, нижняя? Да. Спасибо вам большое, вы очень хороший человек. Так, а ну сядь. А ты пішов звідси. Чего? А ну пішов давай. Да ладно, а ну пішов звідси давай. Ну трусь отсюда. Ты диви на него. А почему вы с ним как с прокаженным? Это хуже, чем прокаженный, это боковушник. Боковушник? Боковушник. Хотів тобі втюхати боковуху біля туалету, а ти вже уши розвісив. А що таке боковуха? Боковуха? Ну ти чув про 9 кругов ада? Yes, Данте і Алігєрі. Ага, Данте. Оце от боковуха возле туалета, ото 10-й круг. А верхня боковуха то 11-й. Почему так холодно здесь? Ну, потому что кондиционер херачит. Ну, зачем? Ведь сейчас не лето уже. Но летом он не работает. У нас так в Укрзалізниці. Зимой херачит, а летом отдыхает. Устает. Там мужчина лежит в коридоре, в проходе. Ему что, плохо? Ну, той без трусів? Не, этому хорошо. Вот когда он проснется, то нам всем будет плохо. Как можно ехать в таких ужасных условиях? Лучше бы я на автобусе поехал. А ты ездил по нашим автошляхам? Нет. Тогда я бы не робив поспешных выводов. А почему у вас такие ужасные поезда? Это у нас после реформы. После новой реформы? Після Столипінської. Так, ну що, давай, поїмо. Тут у мене все є. А тут є вагон-ресторан? Ні, вагон-ресторан, він може і є, але я тобі не советую в ньому кушати, тому що після вагона-ресторана будеш путешествовать в вагоні-туалеті. У нас тут курочка, яички, лучок, так сказати, офіційний запах Укрзалізниці. Давай, бери, налетай. Бухаешь? Нет, в Европе запрещено пить в общественном транспорте. У нас тоже запрещено. Украина – это Европа. Но зачем вы пьете, если запрещено? Ну, ось дивись, зараз люди будут лягать спать, снимать обувь. Вот. А так у тебя хоть какое-то противоядие будет. Давай. По 50? Ну, если будет идти полиция, она же нас оштрафует. Так подиви на цю полицию, лежит, не двигается.
Кого он уже оштрафует? А не, шевелится. Правда, не весь, но шевелится. Ну, давай, 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 по 50 и погнали курить в тамбур. Да в тамбуре курить запрещено. То всем запрещено. А нам можно, мы с тобой чай купили. Так, мужчина с рыбою. Ну сядьте біля того, хто розувся. Запах друг друга будете перебивати. Ага. Так, ось ваш чай. Ну, я просил кофе. Я що должна запоминать? Краще соглашайся, потому что будешь спать без матраса, еще и на мокрой серой простыне. Как это связано? Просто поверь. Thank you. Лиз. Так, о, оце тобі. Тримай. А що це? Біблія, вночі пригодиться. Зачем? Ну, як зачем? Ти оце познайомився тільки з одною проводницею, а у неї ще сменщиця є. Її лучше не будить. Ой, кажется, я что-то я в туалет хочу. Не-не-не-не, зараз нельзя. Почему? Санитарная зона! Попробуй, засранец. Только попробуй. А что такое санитарная зона? Санитарная зона — это... Короче, краще потерпи. Но если человек очень хочет... Даже если сильно хочет, сиди и терпи. Мы вот так всей Украиною возмущаемся что-то, але сидимо и терпимо. Это у нас не країна, а суцільна санітарна зона. Ну, якщо прямо сильно-сильно хочеться, то даєш проводниці 20 гривень, вона тобі відкриє. Я просто хочу в туалет, я не хочу никому ничего платить за это! Вика! Кто там кричит? Кто это? Ты ее разбудил. Это сменщица, бежи. Куда бежать? Куда угодно, подальше отсюда. Помогите. Я, конечно, могу дать свой презерватив, но он тебе вряд ли поможет. Вика, він же вистрибнув з поїзда! Лично я пригаю з поїзда. Ну його нафіг. Я з вами, я з вами. Шалом в вашій хаті. Можна? Здравствуйте, ви в якому вопросу? Мне надо оформить израильский паспорт. Ви хочете гражданство? Не-не, гражданство не надо, только паспорт. Зачем вам паспорт без гражданства? Я, честно говоря, не знаю. Я первый раз работаю в камине. Просто смотрю, у всех наших есть. Ну, я думаю, ну что, я лошара, что ли, позорный? Вот и пришел. Так, а при чем тут израильский паспорт? А я что, не сказал? Я ж собираюсь стать премьер-министром Украины. Ну, и при чем тут паспорт Израиля? А я думал, это обязательное условие. Нет? Извините, пожалуйста, вы хотите стать премьер-министром? Да, хочу, так сказать, наследить. Что? Ну, оставить за собой след в истории Украины. Хочу для всего нашего народа поставить дверь плача. Может, стену? Не-не-не-не, стену тут уже один попередник строил. Когда люди узнали, сколько она реально стоит, рыдали все. А я вот эту дверь поставлю. Бронированную такую, и ключи только у меня. Стена плача — это древняя реликвия. Возле нее стоят люди, молятся и что-то просят. О, у нас такая же возле Кабмина есть.
Люди тоже стоят, плачут, что-то просят, только не понимают, что разговаривают со стеной. А у меня будет дверь. Так, я понял. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-либо основания на гражданство? Ну, конечно. Сейчас показывать? Да, конечно. Оно вообще-то там не совсем зажило, ну ладно. Что вы делаете? Вы же сказали основания. А, что, этих недостаточно, что ли? Нет, конечно, это у нас вообще не обязательно. Это по желанию. Блин. То есть можно было не делать, да? Ох ты ж черт. Я так понял, это все ваши основания? Нет. Я же еще фотки принес, 3×4. Во. А фотографии нужно делать лица. А, ну ладно, я тогда завтра донесу. Ух ты ж. Как вспомню, так вздрогну. Вы знаете государственный язык? Практически. Ну, а правда, иногда забываю, что я его знаю. Но я стараюсь. Стараюсь. То, что вы картавите, это не означает, что вы знаете язык. Да ладно, я был в Израиле, там почти все так разговаривают. Ой, извини, извини. А, да. Так, значит, передай этому поцу, что если его шалава на халяву не отдаст документы, я возьму свою ксиву, приеду, устрою там такой шмон, что кипиш будет в 3 раза больше. Давай. Ну, я вижу, идиш вы кое-как освоили. А, это был идиш? Да, но иврит, он гораздо сложнее. Подожди, у вас что, 2 языка? 2. Подожди. Ну, первый я понял, надо картавить, а второй что, заикаться? Иврит — это древний, сложный язык. В нем, например, нет гласных букв. Тю, так в украинском тоже полно таких слов. Вот, например, ПТН-ПНХ. Ни одной гласной. А как звучит? Песни можно петь. Продолжим. Все граждане Израиля обязаны служить в армии. Я служил. В израильской армии? Ну, может, не в израильской, но практически. У нас прапор был евреем. В армии страны Израиль. Ну, а если у человека травма? Ну, есть, конечно, исключение. Какая у вас травма? Ну вот, смотри, я ж тебе показываю. Сядьте. Родственники евреи есть? Почти все. Умные. Богатые, жадные. А вот как денег одолжить, так ни у кого нет. Ну чем не евреи, а? В Израиле родственники есть? Что, надо именно в Израиле? Ну, в сейчас... вашем случае это необходимо. Сейчас решим. Слышишь? А найди-ка мне какую-нибудь израильскую бабушку. Сколько? 10 штук за какую-то бабушку. А нету такой же бабушки, только какой-нибудь литовской под каким-нибудь эстонским дедушкой. А долго вот этот паспорт оформляется, потому что у меня сегодня самолет на Тель-Авив? Сегодня? Но. Ну, вы знаете, все относительно. Один наш коллега водил евреев в пустыне 40 лет. Не-не, это долго. Есть какой-то срочный вариант? Ну, единственное, мы делаем исключение женщинам, потому что женщинах в Израиле меньше. Если вы были женщиной, то... Не, я, конечно, могу метнуться еще раз к хирургу. Мне там, в принципе, до женщины недалеко осталось. Ну, надо ж понимать, за что мы боремся. Там много уже наших, чтобы бизнес замутить там или что? Ну, наших пока, слава богу, больше. А. Но число ваших, которые типа наши, каждый год растет. Но эти наши, которые бывшие ваши, ведут себя не так, как наши. Ой, только не надо вот это. Когда ваши в Умань приезжают, ведут себя еще хуже наших.
Наши вашим хотя бы за это платят. Ну и что, все равно зарабатывают на этом ваши. Так, давайте не нашим, не вашим. И я вам сделаю паспорт Молдовы. Подожди. Вы мне паспорт Молдовы? Наши везде. Вот поэтому мне нужен именно израильский паспорт. Тем более я уже наполовину еврей. Что ж я зря это яичко кокнул? Вообще-то надо было кокать крайнюю плоть. Блин! Ни хрена себе. Доктор, а если 14 дней не прошло, можно сделать возврат? Что, не? Так, все, обратного пути назад нет. Ну ладно, попытаемся заполнить анкету. Ага. Ваше образование? Ну вот, я ж тебе показываю. Что вы делаете? Я тебе показываю, ты же сказал... Я сказал образование. Так там уже такое образование. Я так понял, высшего образования у вас нет? Да. Да? Нет. Ну тогда или нет? Ну да, нет. Что-то наше все-таки в вас есть. Скажите, пожалуйста, а кем вы планируете работать в Израиле без образования? Да я вот это не заморачиваюсь. На место прилечу, с кем-то помурчу, что-то замучу. Учтите, в Израиле отсутствует коррупция. Как это? Совсем, что ли? Тогда я не смогу работать в Израиле. А какое у вас вероисповедание? О-о-о, православный иудей. Это как? Это такие люди, которые не работают и в воскресенье, и в субботу. Честно говоря, я и в остальные дни тоже работать не собираюсь, но это можешь не писать. Так, вернемся к нашим баранам. Вернее, к нашему барану. Что-что? Ничего, вы не поймете, это я на иврите. Так, перед тем, как получить гражданство, каждый человек должен прожить год в Израиле. О, прикольный бонус, я тёлку возьму. Это оплачивается? Естественно, нет. Итак, молодой человек, если как-то вы станете гражданином нашей страны, я должен вас предупредить, что вы в таком случае не сможете посещать такие страны, как Йемен, Иран, Ливан, Ирак и Саудовская Аравия. Смогу. Нет, не сможете. Через Белоруссию еще не в такие стрёмные страны летали. Итак, ваша анкета готова. О! Давайте ознакомимся. Ага. Образования нет, так. Профессии нет, так. Языками не владею. Стараюсь. Да. Знания истории ноль. Да. Ну что ж, вам отказано в получении гражданства. Я так и знал. Поэтому план Б. Сколько? Родина не продается. Понимаю. Здесь двадцатка зелени. Родина не продается. Ничего себе. Понял. Но маленький кусочек картонки с печатью этой родины подарить хорошему человеку нам никто не запретит. Но с одним условием. Каким? Вы в Израиль. Никогда, ни ногой! Не вопрос! Егор, я тебя просила убрать на балконе и выбросить все барахло, а не в дом его тащить. Это не барахло, это все нужные вещи. Я сейчас тут порядок наведу и отнесу их в кладовку. Ты постоянно носишь эту коробку туда-сюда, туда-сюда, с балкона в кладовку, с кладовки на балкон. Это не уборка, а какой-то круговорот хлама в квартире. Мам, а что тут? Тут, сынок, наше с мамой детство. Ух тышка! Давайте посмотрим. Вот, слышала? Ух тышка! А ты хотела выбросить ух тышку.
Эх, тышка, мама! О, это что? А, это первая в Советском Союзе электронная игра. А сколько тут было игр? Целых три. Во-первых, часы. Во-вторых, будильник. И в-третьих, волк ловит яйца. А зачем волку яйца? Хороший вопрос. Понимаешь, мы жили в такой стране, что ну, люди особо не задумывались. Они ловили все, что выбрасывали. Выбросят яйца, они ловят мясо, значит, мясо ловят. Валенки, значит, валенки. Вот так было. А в чем был смысл игры? А смысл простой. Набираешь 1000 яиц, и там тебе показывают мультик. Да, только его никто не видел. А не проще было этот мультик в Ютубе посмотреть? Лёшка, тогда еще Ютуба не было. Пап, вы что, при динозаврах жили? Ну ты даешь, каких динозаврах? Да, ты еще скажи, птеродактиль у нас был домашний. О, а это что? Это вот еще одна игра, только тут уже обезьянка ловит мячики. Там еще, кстати, где-то есть Леопольд ловит рыбу. Ну и опять же, не забывай, часы и будильник. Пап, а не проще было в одну такую штуку вставить все эти три игры? Хороший вопрос, хороший. Ну, понимаешь, мы жили в такой богатой стране, что для каждой игры делали отдельный экран. Да. Вот так вот. О, пап, а это что за штука? Это зеркальный фотоаппарат «Зенит». Да. А где у него экран? А нет у него экрана. У него вот есть тут глазок, как на двери. А как удалить не получившуюся фотографию? Хороший вопрос. Хороший. Понимаешь, мы жили в такой богатой стране, что печатали все фотографии без разбору. Тем более, то, что они не получились, мы узнавали только, когда их печатали. Да. А вон, кстати, папина первая фотография. А да, вот, смотри. Пап, так это же ночь. Это не ночь. Это папа забыл крышечку с объектива снять. Да, я ее после этого вообще выбросил. Да. А сколько тут памяти гигабайт было? Гигабайт? Значит, смотри, у нас было два варианта. Либо на 24, либо на 36 фотографий. Так мало? Прикинь, и каждая фотография была на вес золота. Да. Ты покажи ему еще тот мультик, как пьяный дядя Саша фотографирует то, как ты забираешь у него фотоаппарат. Да, классный. А зачем он тебя фотографировал? Да пьяный дурак, только испортил 24 фотографии. А второй пьяный дурак взял и распечатал все эти 24 фотографии. Это же история, ё-моё. О, пап, а это что? О, это электронные часы Монтана. 16 мелодий, браток, на секундочку, ты прикинь себе, 16 мелодий. Такие часы хотел каждый пацан во дворе. А тебе на них могли позвонить? Нет, сынок, я жил в такое жесткое время, что на часы не звонили. Они могли пропиленькать, ну, типа, как напоминалка, что тебе надо позвонить. И тогда ты брал двухкопеечную монету, искал телефонную будку, звонил человеку, и не факт, что он был дома. Как мы пересекались тогда, я вообще не понимаю. Пап, а почему Монтана, а не просто электроника? Ну, потому что электроника была у всех, но все хотели Монтану. Да. О, а это что за штука? А это супер-мега-крутой гаджет моего времени. Еще круче, чем сейчас айфон. Да, пейджер называется. А для чего он нужен был? Пейджер? Ну, смотри. Там где-то сидел человек, ну, типа колл-центр. Ты ему звонишь, диктуешь свой номер телефона, он его записывает и пересылает человеку, у которого есть пейджер. Ему приходит сообщение с номером телефона, он берет двухкопеечную монету, идет в телефонную будку. Короче, это проще выбросить, чем объяснить. О, пап,
это что? Цена 3 копейки. Изделие номер 2. Ё-моё! Вот он! Блин, вот хорошо, что я его тогда не нашел. Сейчас бы мы с тобой, Леха, не разговаривали. О, пап, а это что? Твой первый пояс? Нет, это ремень твоего деда. Он волшебный. Он не только мог держать штаны, он еще и следил за моей успеваемостью в школе. И еще однажды отучил меня курить. Да. А как это? Ну, ты когда в младших классах хорошо учился, что тебе в тетрадочке ставили? Звездочку. Вот и папа мне тоже ставил звездочку. Только на попе. Вот от этой бляшечки. Да. О, мам, а это, наверное, твой дневник. Да-да-да. Да ладно, сохранился? Посмотрим. Ой, мам, ты так плохо училась? У тебя одни пятерки. Лёшенька, когда мама училась, пятерка — это была самая высокая оценка, как сейчас 12. О, а это, наверное, папин дневник. А папа учился по 3-бальной системе. Мам, а что в твоем дневнике делает салфетка? Это не салфетка, сынок, это промокашка. А для чего она нужна была? Давай, объясни ему, что такое промокашка. Ну, понимаешь... Слушай, если я ему сейчас начну про чернильную ручку рассказывать, так мы тут до вечера не разгребем. Слушай ответ. Хрен его знает. Именно за этот ответ я получил свою первую звездочку. Да. Пап, а зачем ты сохранил теннисный шарик и поломанную линейку? Ты чё, это же дымовуха. Чего? Ты не знаешь, что такое дымовуха? Ну-ка, быстро за мной, спички взяли и на улицу. Так, сели все, дайте это сразу выброшу в мусорку. Какая дымовуха? Да не надо выбрасывать ничего, ну что ты начинаешь? Давай смотри, что там еще. О, а это что еще за фантики? О, это не фантики, это вкладыши. Это же от жвачки, Лавиз. У девчонок была такая жвачка. Когда мы были маленькие, в нашем детстве жвачки, импортные жвачки, заворачивали вот в такие прикольные фантики. А наши жвачки были в обычных обертках. Да, их было всего 2. Апельсиновая. Да-да-да, и кофейная. Все. А я, кажется, знаю почему. Почему? Потому что в вашей богатой стране и так хорошо жвачки продавались. А для иностранных пришлось заманухи придумывать. Молодец! Вот смышленый пацан у меня. О, а это что за машинки? Это не просто машинки. Это коллекция Турбо. Вот это пацанячая жвачка была, понимаешь? И вкладыши у них были, машинки, односерийки, двухсерийки, трехсерийки. Что мы только с ними не делали? Мы играли с ними вот так. Вот тебя перевернул, выиграл. Обменивались, ты даже не представляешь себе. Вообще, это очень крутая жвачка, кстати, была. Она, ну, жевалась очень долго. А если жвачку разжевать вместе с грифелем от цветного карандаша, то она становилась любого яркого цвета. Да. А если на ночь турбо положить в варенье, то с утра она снова сладкая. Пап, а вы что, эту жвачку вечно жевали? Нет. Ну, к сожалению, на 5-й день она распадалась на атомы. Просто исчезала. Пап, а это что, кроссовок? Если у тебя в мое время были кроссовки, это значит, ты был самый модный, понимаешь? А почему он один? Где второй? Вот. Коллекция Турбо. Но кому нужен был один кроссовок? Дяде Саше, фотографу нашему. Они тогда с папой кроссовки по очереди носили, пока не поссорились. А из-за чего вы поссорились? Ну, не из-за Турбо, конечно. Из-за твоей мамы. Она нам обоим нравилась.
Мам, а почему ты выбрала папу? Что за вопросы? Ну, потому что у папы пейджер был лучше. Да. У меня был двухстрочный. Подожди, только пейджер и все? Ну и коллекция турб, конечно. О, слыхал? И все? Ну ладно, ну любила я тебя, любила. А сейчас что, не любишь? Вот разгребешь этот хлам, тогда поговорим. Эх, Маруся, не судьба нам быть вместе. Ну? О, пап, а это что, твоя собака? Такая стрёмная. Ты чего? Ты не знаешь Альфа? Блин, он не знает Альфа. Альф, это такой прикольный чувак. Блин, за ним вся страна угорала. Такой маленький, смешной, шебутной. Во-во-во. Как монатик? Ну, да, типа как монатик, только без шапки и котов жрал. Котов? Да, это было очень смешно. Капец. О, конверсы! Ну, наконец-то, хоть что-то ты знаешь из нашей эпохи. Да, это конверсы. Ну, правда, это можно, кстати, и выкинуть. Ага, я тебе выброшу. Ну-ка дай. Опа, они, кстати, как раз сейчас в моде. Что, будешь носить хлам? О, мам, а это, наверное, твоя тетрадка. Да-да-да. Посмотрим. Белые розы, беззащитные шипы. Мам, у вас какие-то странные домашние задания были. Это Лёшенька мой песенник. Мы туда песни записывали. Это у нас, понимаешь, такой Шазам был. А ну? О, блин, это же моя любимая песня. Кстати, именно благодаря этой песне я очаровал твою маму. Вот как сейчас помню. Стою под ее балконом. Метель, -22. Я в одном кроссовке. И пою ей. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Ой, помню, помню. Вот как сейчас помню, как ты одну и ту же песню полночи под моими окнами орал. Ага, это мне еще повезло, что твой батя тоже от этой песни тащился. Как бы я по роже получил. Так, о, пап, что? А это что, палочка? Какая палочка? Ты что, это моя ружбайка для войнушек. Смотри, вот так затвор. И та-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 та. Ты знаешь, сколько я фашистов положил из этого ружья. Но, пап, как можно было в войнушках из палки стрелять? Самое сложное было не стрелять из палки. Самое сложное было доказать, что ты попал. Играли чисто на доверии. Классно. Пап, а в какие игры вы еще играли? Да у нас куча игр была. Пекарь, казаки-разбойники. Мы в резиночке прыгали. Стеклышки, выбивной, баба-куца. Классно. Че? Игра «Пекарь». Скачать. Нет, скачать у тебя не получится. Тут надо во двор выходить. Пап, но во дворе Wi-Fi нет. Эх, сынок, в мое время не было ни Wi-Fi, ни интернета. Зато был полный двор друзей. А они на тебя подписывались? Вообще-то в мое время говорили «за тебя подписывались». Да, и если меня кто-то обижал, мои друзья подписывались за меня, приходили и раздавали люлей. Пап, а люлей это как? Это типа в бан отправляли? Это типа в жбан. Сразу в жбан. Да. О, а это что? Ой, Егор, это же... Чертик, ты помнишь? Да. Да-да-да. Это, сынок, вообще бесценная штуковина. Это чертик из капельницы, которая торчала во мне.
когда я лежал в больнице. Я его специально для мамы твоей сделал. Пап, а почему ты в больнице лежал? Там у одного парня подписчиков оказалось больше, чем у меня. А они были прокачанные? Да, прокачанные и некоторые даже сидевшие. Пап, а что, в твоем детстве не было развлекательных центров? Ты чё, конечно, было. Куча, во-первых, стройки. Во-вторых, котлованы. Заброшенные дома. Подвалы. Да, ты что, гаражи. У-ху-ху. А какие там аттракционы были? Ну, у нас куча было аттракционов. На стройке мы в основном играли в «Догони меня, кирпич». Пару раз я догнал, да. Между гаражами мы когда бегали, нужно было не взорваться на мине. А там всегда было все заминировано. Прям... У вас было такое классное детство. У вас было столько свободного времени. И вы могли всякой ерундой страдать. Ну, типа того, да. Хорошее было времечко. О, а это что? Ну, это... Вот ты музыку на чем слушаешь? На айподе. А вот мы на ай-кассете. Там еще ай-бобина где-то лежит. Вот это суперкрутая штуковина была. Прозрачная ТДК на 90 минут. А сколько сюда песен помещалось? Целых 20 штук. А вот если тебе нужно было переключить трек, то вот так вот берешь... А на эту 200 помещалось песен? Да нет, это видеокассета. Мы киношки смотрели по ним. Ух ты, Ишка, давайте посмотрим. Лучше не надо. Я не помню, что там записано уже. Пап, ну тут же написано. Красная шапочка. Лешенька, я ее уберу куда-нибудь, потому что там точно не сказка. И волк там красную шапочку... не съел. И охотники в него не стреляли. Ну так, постреливали. Там крутая стрелкотня, кстати, была. Пап, да. А зачем ты сохранил старый тапочек? Это не тапочек. Это ракетка для пинг-понга. Ракетка? Конечно. О, смотри. Оп-о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 п. Вот так вот было в наше время, чувак. Пап, а что, мои бабушка и дедушка были бизнесменами? Что у них столько классных вещей? Ну, я бы сказал, даже еще круче. Акушерка и инженер. В общем, мы жили в полном достатке, сынок. Класс. Да. Мам, эти вещи ни в коем случае нельзя выбрасывать. Слышала? Я когда вырасту, я своим детям покажу, какие у меня предки обезбашенные. Сыночек, правда, ну, здесь половина поломана, все в изоленте. Давай все-таки это выбросим, ведь мы же этим не пользуемся. Да ну что тебе все надо выбрасывать? Вот что-то, вот видишь, надо выбросить. Нет, ну вот стоит это годами. Папа, вы постоянно ссоритесь. И как вам удается быть вместе? Ну, наверное... Потому что мы с тех времен, когда, если что-то ломалось, мы не выбрасывали, а пытались это склеить, починить. Вам помогает изолента? Да, изолента. Вот маме рот изолентой заклею и помогает. Егор, ну правда, ну поностальгировали и хватит. Давай все это... Наконец, отнесем на мусорку, потому что уже надоело это перекладывать с места на место. Да ну что ты говоришь такое? Ну, это же не просто какие-то вещи, это коробка с моими воспоминаниями. Ну вот смотри, вот эти джинсы, помнишь? Вот, это же мои джинсы. Я же в них тебя на танцы повел, помнишь? Ну, помню. И привел, кстати, домой, к папе вовремя, потому что у меня были... Часы Монтана. А поцеловались мы в первый раз под ласковый май. А с какой кассеты она играла? Вот. Вот с
каждым из этих предметов связаны какие-то воспоминания о том времени, когда дети были просто счастливы от того, что им намажут хлебом маслом и посыпят солью. Мы боялись уходить с улицы, потому что загонят домой. Девчонки просто любили тех, кто играет на гитаре и красиво поет. А если мы хотели признаться в любви, мы писали письма. Письма, понимаешь? Егор, это что, ты мне написал письмо? Да. А почему так и не послал? Да, зачем? И так вроде все хорошо получилось, да? Здрасте, можно? О-о-о! Вот тот самый крутоголов, который нашел в себе силы сдать всех коррупционеров. Благое дело делаете. Спасибо вам большое. Спасибо. Присаживайтесь. А вы пришли, так сказать, за своей бочкой варенья и пачкой печенья? Охренеть. Вот сейчас, ребят, прям охренеть. Президент вообще-то обещал 10% с того, что будет найдено. Я кума сдал, я брата сдал, а вы мне тут варенье какое-то, печенье. Успокойтесь, это образно. Вы что, классику не читали? Мальчиш, плохиш, а? Чего? А, ладно. Ладно, проехали. 10% вам выплатят по окончанию следствия. Да. Ладно, будем. А сейчас наша задача защитить вас по государственной программе защиты свидетелей. Да. Нужно скрыть вас от преследования, да. Понимаете? Да, да. Вот, давайте паспорт. Да, давайте. Конечно. Вот, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. О! Так. А вы тут на фотографии такой молодой, худенький такой, с волосами. Да. Что, успели уже внешность поменять? Да нет, это... 10 лет во власти мою внешность поменяли. А, ну, понятно. О, как. Вот так. Как-то вы спокойно отреагировали. Да? Да, вам паспорт порвали. Люди обычно валидол пьют, за сердце хватается. А вам как все равно, что ли? Да, что нервничать, у меня еще 2 есть. Один кипрский, другой израильский. Тогда нужно их тоже уничтожить. А, сейчас! Не волнуйтесь так, это для вашей защиты. Конечно. Вообще-то 2 этих паспорта и так неплохо меня защищают. Послушайте, ну так положено по протоколу. Понимаете, мы должны создать вам новую личность. Для этого старую надо уничтожить. Ну да, да, согласен. Вот, держите. Давайте. Так. Так, пожалуйста. Да, это израильский. Его хрен порвешь. Да. Герр Шрёдер, это к вам. Это очень резкое обрезание связей. Так надо. Ну, вы так не волнуйтесь. Мы для вас сделали уже новый паспорт. Да. Теперь вы полноправный член общества. Новый, так сказать, гражданин Акакий Задов. Как Акакий? Какой Акакий? Да вы не волнуйтесь так. Я не хочу быть Акакием, тем более Задовым. Вы что? Я понимаю, понимаю вас. Но дело в том, что вся легенда разработана исключительно под Акакия Задова. Все службы в курсе, все работают. Вы у нас далеко не первый Акакий, не переживайте. Нет, я, конечно, знал, что в этой стране все делается через задницу. Но чтоб вот так вот прямо буквально... Задов. А как вы будете мою внешность изменять? Что, оденьте парик, очки и усы? А я смотрю, вы с нашей программой частично ознакомились. Так. Ваша новая прическа. Ваша новая внешность. Совершенно новый человек. Что это? Да не буду я это одевать. Вы что? Поздно, Задов. Да. В смысле поздно? Вы что хотите сказать, что все уже в курсе, что я всех сдал? Черт! Черт! Да, блин! Не волнуйтесь так. Именно с этого момента вы переходите под нашу защиту. Ну, как, не прям с этого момента, с понедельника. Потому что тут выходные, а подписать некому, понимаете? В смысле с понедельника?
Так а за выходные меня могут пристрелить? Ну, не волнуйтесь, никто вас не пристрелит. Мы к вам представим личного телохранителя. Да. 13-й, заходите. Государственный охранник Государственной службы охраны. Это не может быть мой охранник. Это неправда. Спокойно. Правда? Видите? Да ну, вы что, шутите, что ли? Да посмотрите на него. Он кого-то хоть в жизни защищал? Конечно, он защищал очень хороших людей. Прямо очень хороших? Ну, об этих людях либо хорошо, либо никак. Подождите. А у него какие-то сверхспособности есть? Да вы не волнуйтесь так. Это подготовленный человек, у которого есть абсолютно все средства для вашей защиты. Какие, например? Например, свисток. Да. Свисток? Да. Смотри. Это, по-моему, это не по протоколу. Надо ему помочь. Черт! Все? Спасибо. Так, все обошлось хорошо. Не волнуйтесь, у него есть еще электрошокер. Электрошокер? Да, сейчас. Я его... Ну, по крайней мере, размножаться он больше не будет. Так бывает. Наверное, неудачно взял. Но вы не волнуйтесь, он прошел экспресс-курс рукопашного боя на ножах. В спецназе? В Ютубе. Смотрите. Слушайте, ну его нафиг, он еще кого-то поранит этой штукой. Ты придурок! Ай! Извините. Ты идиот, что ли? Он меня пырнул, вы видели? Ну, да. Отвали от меня! Извините, у меня еще пистолет есть. Ты что, убери ствол! Уберите его! Уберите отсюда, 13, отвали! Да ладно, да что вы, я умею! Значит, я встану. А, нога! А это могла быть моя голова. Ну, максимум нога. Смотрите, значит, я отказываюсь официально от своего телохранителя. Пускай он ищет себе другую работу. Да, мы ему передадим. Кстати, по поводу работы. Да. Мы вам нашли прекрасную работу. В поликлинике МВД. Помощником проктолога. Акакий Задов? Помощник проктолога? Прям все звезды сошлись. Я, конечно, знал, что меня будут прятать, но что прям так глубоко? Вы не волнуйтесь так, зарплата там достойная, 4500. Долларов или евро? Помощник проктолога Акакий Задов может получать только в гривне. Так, знаете что, я... Отказываюсь. Да что вы сразу отказываетесь? Там прекрасные вакансии еще были. Если вам не нравится проктолог, пожалуйста, ассенизатор, нянечка в детском саду. Зарплаты идентичны. То есть при всех раскладах я по уши в дерьме, да? Класс. Нет, спасибо, не надо меня защищать, я лучше сяду в тюрьму. Сколько там за эту коррупцию дают? В том-то и дело, что пока нисколько. Закона такого нет. Еще пока никто не сел. Да. Фак! 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 Идиот! Я должен был заподозрить что-то неладное. Еще тогда, когда вы сказали, мы по-тихому тебя привезем в суд и одели мне на голову ведро. Черт. Так, Зада, вы успокойтесь. Мы, между прочим, тут хотим вас защитить. И не только вас, кстати, но и вашу семью. Я умоляю, только семью мою не надо защищать, пожалуйста. Успокойтесь. У вашей жены будет новая фамилия, новая шикарная внешность и дом в Испании. В Испании? А, подождите, вы программы не перепутали? Может, у нее еще и all-inclusive, и трансфер из аэропорта? Да, это входит в пакет ее охраны, который, кстати, оплатил ее новый муж. У нее новый муж? Олигарх, представляете? Mm-hmm. Настоящий олигарх? По легенде. Наш оперативник под прикрытием. И поверьте нам, он справляется с вашей женой. Слушайте, а она что, даже не была против вот этого? Только за. Вот сучка. Кстати, по поводу вашей собаки. Да. Не волнуйтесь,
С ней все в порядке. Мы ее усыпили. Да. Повезло, сучки. Вы не любили собаку? Я про жену. Подожди, как собаку? Что, усыпили? По легенде. Да. Но она работает у нас в отделе по борьбе с наркотиками. Получает 1000 евро в месяц, потому что кто-то ее неплохо поднатаскал, а? Ага. Вот тварь. Кстати, по поводу вашей тещи. Ранее известная, как Эвелина Адольфовна Клещ. А почему ранее? Потому что теперь она Задова Эвелина Петровна. Зада? Подожди, мы что, с ней теперь родственники? Она ваша жена. Вы... Гениальная. Вы шибанутые. Вы чего? Да как так? Да послушайте, мы просто хотели, чтобы вы быстрее адаптировались к сложившимся ситуациям. Понимаете, чтобы рядом с вами был родной и близкий человек. Так а где мы с ней жить-то будем? На конспиративной квартире. В Киеве. В Крыжополе. Блин, еще и у нее на родине. Черт! Подождите. Нет, я просто свалю из этой страны. Вы не сможете. Вам нельзя выезжать. Из страны? Из Крыжополя. Да как же? Подождите, а мои дети? Что с ними? Не волнуйтесь, с ними все в порядке. Вы их тоже усыпили? Да ну, вы совсем что ли? Что вы? Напомните, кстати, ваши дети, кажется, в Лондоне учились? А почему учились? Я проплатил учебу на 5 лет вперед. Это вы поспешили. Но есть радостная новость. Теперь они учатся в Крыжопольском национальном медицинском техникуме. А? Лучше вы их усыпили. И они, кстати, оба пошли по стопам отца. Да. Политология? Проктология, Задов. Углубленный курс. Можно я сам себя буду защищать? Вы дайте мне эти 10%. Да не надо даже 10, 5. Я на эти деньги куплю себе маленький скромный островок в Тихом океане. Построю себе маленький домик на 1000 квадратов. И буду оттуда всей душой любить Украину. К сожалению, это не в нашей компетенции, да. Хорошо, давайте так. Вам 2%, мне 3. Давайте. Вы что, нам взятку предлагаете? Да. Вы что, в тюрьму захотели, Задов? Нет, Задову в тюрьму вообще нельзя. Нет, вы меня не возьмете. Я просто свалю, я просто убегу, и вы меня хрен найдете. Боюсь, у вас это тоже не получится. Мы вживили в вас маячок. Куда? В нос? В ухо? В зуб? Куда? Догадайтесь, Задов. Вы сволочи! Я до вас доберусь! Я найду на вас управу! У меня, между прочим, любовница в высших чинах! Вы имеете в виду Мельникову Ольгу? Откуда вы ее знаете? Ну, мы не хотели вам говорить, но Мельникова Ольга, ваша любовница, это тоже наш сотрудник. Майор Олег Мельников. Так это был не пальчик. Это был жучок, Задов. Господи, как же это я... Послушайте, ну, про 10%, это же правда. Вы мне их отдадите? Возможно. Ну, что значит возможно? Ну, понимаете, 10% получает человек, который сдал коррупционеров, а сдал их некий гражданин Крутоголов. Да. А вот какое отношение Акакий Задов имеет к этим деньгам, следствию еще предстоит разобраться. Непонятно. Я склею свой паспорт! Надо куда? Куда же? Я вижу вас! Всеукраїнський тур «Дизель Шоу». Ти що, перший раз путешествуєш в українському поїзді? Yes. Тоді тебе чекають незабуваємо впечатлення. 2 грудня – Одеса. 4 грудня – Полтава. 5 грудня – Харків. 6 грудня – Краматорськ. 7 грудня – Маріуполь. 9 грудня – Львів. 10 грудня – Луцьк. 13 грудня – Вінниця. Тримай лайфхак. Стежте за афішами у вашому місті.
Украинці наступного року буде хорошо! Все буде хорошо! Все буде хорошо! Я это знаю!